Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys и сегодня соберем погрузчик. В набор входит клей, наждачка, 127 деталей конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А фрагменты, отмеченные крестиком, нам не нужны, их можно выбросить. А для таких неровностей используем наждачку. Обращаем внимание на расположение деталей. С другой стороны делаем то же самое.
Таких колес должно быть по 2 штуки. Обращаем внимание на расположение деталей.
вторую фару клеим по аналогии. Готово! У собранной модели вращаются колеса и руль, открывается окно кабины и поднимается грузовая каретка с вилами. При желании игрушку можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети LemmaToys. Пока-пока!